станция метро Арбатская, переходим на станцию метро Александровский сад, друзья мои. Еще раз повторю, самое главное — это знать, что есть что на самом деле. Что есть что на самом деле. Да. Я тоже когда-нибудь буду ехать с коробкой, что-нибудь нести себе в дом. Поездка моя оживает потихонечку. Да. Вот нежданно-негаданно какое счастье. Короче, вот что я хотел обсудить. До каких пределов может довести человека немощь? Это вопрос совершенно не случайный, не праздный, а глубоко и сильно научный, друзья мои. До какого предела все-таки человек остается тем же человеком? Начиная с температуры. Вот, допустим, когда у меня температура, я вот, значит, ну, казалось бы, да, с таким трудом ты мыслишь, что даже как в сознании в полубреду. И что значит этот полубред? Это в реальности полубред или это что-то, в общем... Ну, ладно, сейчас... Опа, видите, там что-то походу пожар, что ли, был. Вон в центре кадра, видите. В общем, я вышел к Москва-Сити и посмотреть на нее с другого берега Москва-реки, уж извините.